смотрите, вот так красиво шлейф остается за с мостика корабля. Очень просторно, вот классно, людей мало. Обычно на больших кораблях у нас везде народу много, бассейн где-то много. Вот такая красота, морской воздух. Легкий ветерок. Везде сервис, везде все готово. Вот занимайте любое место и кайфуйте. Это верхняя палуба. Типа детской площадки, что ли? Вот. Смотрите, какие виды. Такое можно только в фильмах, наверное, увидеть, да? Всегда считала, что круизный отдых очень динамичный. В этот раз возрастной лорд горы, понимаю, что это и релакс отдых.